Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие индивидуальный подход к формированию стоимости автогражданки. Теперь страховщики будут учитывать такие факторы, как наличие нарушений ПДД, нетрезвое вождение, семейное положение, наличие детей и так далее. Интересно, я бы сказал возмутительно, что конкретный перечень критериев не утвержден. Страховые компании должны составить его самостоятельно и разместить на своих сайтах. При этом они уверяют, что средний ценник ОСАГО не увеличится. Трасса 101. В госавтоинспекции пояснили, как будет осуществляться регистрация транспортных средств через МФЦ. Да, действительно, в центрах «Мои документы» с конца августа должны присутствовать сотрудники МРЭО ГИБДД. Они будут осматривать автомобили, заполнять документы, присваивать регистрационные номера. В задачу сотрудников МФЦ будет входить только прием заявлений, выдача готовых свидетельств о регистрации и номеров. Добавлю, до этого постановка автомобилей на учет через МФЦ была доступна только москвичам. Трасса 101. Давайте всем многодетным семьям раздадим по автомобилю. Но как тут не поаплодировать такому предложению? Исходит оно от одного из депутатов Госдумы. Соответствующее письмо парламентарий уже направил в Министерство труда и социальной защиты. Как заявил народный избранник, такой шаг будет вполне соответствовать стратегии нашего государства, предусматривающей всестороннюю поддержку многодетных. Причем машину у них, считает депутат, не нужно забирать, когда детям исполнится по 18 лет. Трасса 101. Законопроект об отмене транспортного налога, внесенный в Госдуму на прошлой неделе депутатом от «Единой России», по всей видимости, ждет участь быть отвергнутым уже в который раз. А что вы хотите? Транспортный налог очень важен для регионов, в очередной раз пояснили в Министерстве финансов. Он поступает в дорожные фонды. В прошлом году, к примеру, речь шла почти что о 200 миллиардах рублей. Это та сумма, которую Москве придется дополнительно направлять в регионы в случае упразднения налога. Трасса 101. Каждый десятый автовладелец в нашей стране транспортный налог не платит. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного агентством «Автостат» и изданием «За рулем». Самая многочисленная группа респондентов, почти четверть, отдает в качестве такого платежа от 1 до 3 тысяч рублей. Каждый пятый ежегодно раскошеливается на сумму от 3 до 5 тысяч. Более 20 тысяч платят около 5% наших соотечественников. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.